Международная конференция, посвященная столетию Октябрьской революции, завершилась в Новосибирске. Представители Российского исторического общества выступали с докладами о событиях вековой давности. О революции в Новониколаевске узнали на следующий день. Но советская власть здесь установилась 2 года спустя. Уже не говорят «Октябрьская революция 1917 года», а есть даже такая трактовка 1916, декабрь 16-го, 1920-й. Либо еще один вариант, более такой устоявшийся, 1917-1922 года. Да? То есть уже включается период более широкий с захватом гражданской войны, потому что она, конечно, неотделима от революции 17-го года. Обсуждали не только установление советской власти в глубинке, но и события, предшествующие этому. Например, восстание казаков в 1916-м, когда население было против указа императора о призыве на военную службу. Полагалось, что они будут служить во вспомогательных инженерных войсках, но в Казахстане расползлись слухи, что их в качестве живого щита на передовую линию, ну как в таких случаях бывает, и в общем возникло очень серьезное и большое восстание с большими жертвами с обеих сторон. Сначала были вырезаны и вытеснены русское население, а потом была ответная реакция.